Ребята, всем привет, с вами Крошка Настя. Короче, недавно у нас в Adopt Me вышло обновление, где у нас появились новые питомцы. Сегодня я хочу сделать нового неонового питомца за 500 баксов. Смотрите, вот так вот он выглядит, я ему дала родильку, давайте же поскорее посмотрим, что за него будут предлагать. У тебя одинаковые предметы из Роблокса, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на StarPass.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери меня несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но не забывайте, что на StarPass можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу StarPass будут закреплены в комментарии. Первый трейд, и мне предлагают Райта Ликорна. Ну, в принципе, прикольно, это легендарка и мега-неоновая Райт-собака. Ну, нормально. Мега-неоновая Флай-Райт-кошка, это, конечно, хорошо, но она комоновская. Крайт-цыпленок, он комоновский, этого очень мало, к сожалению. Неоновый Райт-бандикут и неоновая пума. Ну, мне уже было выгоднее на мега-неоновую кошку согласиться, поэтому нет. Неоновая Флай-Райт-собака, ну, тут та же история с кошкой, поэтому тоже отклоняю. Кстати, советую вам подписаться на мой телеграм-канал, так как там я устраиваю разные розыгрыши на прикольных питомцев и игры, в которых можно бесплатно получить робуксы. Ссылочка на него есть в описании. Неоновый Райт Джинджер. Вот это уже поприкольнее, в принципе он ультра редкий, но давайте я хочу посмотреть еще немного трейдов. Неоновый Райт Пудель. Ну нет, маловато, он не особо ценный, еще, кстати, не прокачанные вот эти питомцы, как у меня. Райт Золотой Дракон. Прикольно, но он не ценный. Неоновая Райт, вот такая вот корова, в принципе, интересненько, она у нас ультраредкая, неплохой трейд. Неоновая Райт Бабочка, мне что-то сегодня одни неонки предлагают, прикольно. Неоновая Флай Райт Обезьяна, в принципе, она олдовская, давайте я попробую согласиться, я не знаю, наверное, это вроде бы неплохой трейд. Я просто ее уже долго трейджу, мне кажется, я за нее что-то лучше не смогу уже получить. Смотрите, ребят, я затрейдилась. Пишите в комментариях, как вы думаете, хороший ли это трейд. Будет интересно почитать. Вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.